Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеши, и сегодня мы с вами посмотрим на интересную функцию, которая появилась в iOS 8 Beta 1. Итак, поехали! Для того, чтобы работала данная функция, вам необходимо подключить ваше устройство к источнику питания и также в настройках включить голосового помощника Siri, после чего вы сможете сделать следующим образом. Hey Siri! Send a tweet. What would you like your tweet to say? Hello, my subscribers. I updated your tweet. It says, "Hello, my subscribers." Ready to send it? Send. Okay, I sent it. Hey, Siri. What is the weather for tomorrow? Expect rainy weather tomorrow. It will be especially rough tomorrow, with temperatures as low as 14 degrees and thunderstorms. Думаю, что эту функцию внедрят в iOS 8 Beta 2, и работать она уже будет не в зависимости от того, подключен ли ваш смартфон к источнику питания или нет. Ну а на этом, собственно, все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока!